Друзья, привет! Я нахожусь в Македонии, на Охридском озере. У меня за спиной город Охрид. Может быть, там видите. На горе виднеется крепость. Но я сегодня хотел поговорить не про крепость. Про крепость мы поговорим в следующий раз. Значит, сегодня в азербайджанских СМИ на day.az, это русскоязычный рупор алиевской пропаганды, значит, там выходит статья. Ну, название статьи очень скучное, ребят. Они уже тысячу раз таких статей выпускали. Значит, лапши на армянские деньги снова начинают провокации против великого Азербайджана. Можете взглянуть. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот эта вот статья, которую сегодня, 8 сентября 2021 года, в очередной раз про меня написали азербайджанские СМИ. Day.az. Это рупор, русскоязычный рупор дебильной алиевской пропаганды. Бесчестный Лапшин снова выпрашивает подачки у армян на провокации против Азербайджана. Ну, идет тут полная билиборда. Они тут пишут, что они мной не интересуются, что я пытаюсь себе накрутить рейтинг. Значит, пытаются напомнить о себе, ведь кушать хочется. И так далее, и тому подобное. Нет, товарищ, в Азербайджане всем глубоко наплевать на ваши писульки. Жители Азербайджана под руководством мудрого лидера уверенно смотрят в светлое будущее и озабочены лишь работой над дальнейшим развитием благоустройством своей долбостраны. То есть они мной не интересуются, при мне не пишут, до меня дела нет. Заходим на сайт этой же самой газеты и посмотрим, сколько статей эти долбодятлы мне посвятили. У них даже специальный раздел. Смотрите, дело Лапшина. Теперь считайте статей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Я вас не буду мучить, друзья. Я вот просто их сейчас прокручу, и я вам сразу скажу, сколько. Вот конкретно в этой газете, только в одной этой газете, про меня написали 94 статьи. Они написали про человека, который им совершенно не нужен, который страдает, по их мнению, шизофренией, и до которого им нет абсолютно никакого дела. Вы представляете? Никакого дела нет до человека, но 94 статьи они мне при этом посвятили. На самом деле, я считаю, что такие статьи для меня и вообще для нас всех – это очень хорошо. Во-первых, моя тема продолжает поддерживаться на высоте. Но, смотрите, для азербайджанцев одно время было очень выгодно поддерживать тему Лапшина, то есть показать, что сильный Азербайджан способен за сумасшедшие народные бабки, украденные у азербайджанских стариков, детей, потратить на взятки батьки Лукашенко, чтобы выкупить Лапшина, чтобы как-то минимизировать ущерб от того, что у них возникли проблемы и с Израилем, и с Россией, и с Европейским Союзом. То есть потратить кучу бабла, чтобы притащить туда Лапшина, чтобы только показать, что Алиев все еще силен, что способен привести какой-то блогер-путешественник, который ездит автостопом по миру в электричке, потому что у него нет денег. Значит, сильный, могучий Азербайджан способен поймать Лапшина. Что они этим доказали, трудно сказать. Но, видимо, азербайджанский народ, который, ну, достаточно малограмотный, но, видимо, это показывает, что это сильный лидер, которого, значит, которого надо держаться и идти за ним след в след. Но прошли годы. Азербайджан уже, как бы, с этой историей давно уже выпачкался в говне. Значит, по самые по не могу, да. А плюс 20 мая 2021 был суд в Страсбурге, который вынес решение, признав Азербайджан виновным в пытках и покушении убийства на меня, и обязал их выплатить мне компенсацию, которую Азербайджану, как бы они ни крутились, ни выкручивались, придется все равно платить. Ни мытьем, так катанем. Сейчас они пытаются крутиться, тянуть время. Ну, это все фигня. Это все было изначально, как сказать, продумано, все это предполагалось. Подается сейчас просто жалоба в Совет Европы на неисполнение решений Совета Европы. И будем Азербайджан мурыжить по европейским инстанциям. На самом деле, ну, не ради 30 тысяч евро, которые мне присудили, не ради этих денег все это начиналось. Я деньги найду, где заработать. Потому что, как вы понимаете, моя победа — это победа не только моя, если вы понимаете, что я имею в виду. Это победа наша с вами общая. Меня часто спрашивают, а зачем мне постоянно азербайджанцев провоцировать? Ну, не азербайджанцев как народ, а в смысле Ильхам Алиев, вот эту банду этих баранов. А я вам скажу. Во-первых,
когда вы их провоцируете, они люди, как сказать, не сдержанные, не прагматичные, они не умеют анализировать и понимать последствия своих поступков. Ну, то есть, если бы не знали, чем кончится интрига с Лапшиным, какой-то минимальный эффект, ну вот, что-то своему народу показали, какой крутой Алиев, ну, как-то все это быстро забылось, и, по большому счету, азербайджанцев сегодня, как народу, их гораздо больше, чем Лапшин, интересуют вещи, ну, более важные. Их интересует, почему они вроде как, по словам Алиева, решили карабахский вопрос, а там российские войска, которые находятся в 20 километрах от всех транспортных узлов Азербайджана, железной дороги Баку-Тбилиси, от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. И вообще впервые за 30 лет российские войска оказались в непосредственной близости от Гянджи, от Баку. И они не могут понять, да где же победа, если российские войска стоят типа на Керти, Мартакерти там и так далее, и так далее. Второй момент, что нищета и коррупция как были, так и остались. И несмотря на великую победу над Лапшиным, как бы жить-то лучше азербайджанцы не стали. И читая вот эту статью, вот эту и другие статьи, которые посвящены мне в азербайджанской прессе, я замечаю, что они старательно убирают из этих статей упоминание, что Азербайджан позорно просрал простому блогеру в суде в Страсбурге. И их позорно обязали мне платить. То есть они, помните, как Алиев выступал на пресс-конференции с Лукашенко, арест Лапшина, это победа азербайджанской демократии, ну и всякое бла-бла-бла-бла-бла, да? А оказывается, что Алиев оказался банальный просто бандюган с большой дороги, который зачем-то утащил еврейского блогера, затем не смог его сберечь в тюрьме. Не знаю, сам он отдал приказ меня там избить, искалечить. Или просто он не контролирует ситуацию в собственной стране, в собственной тюрьме, и кто-то смог его скомпрометировать и подставить перед всем миром. Я не знаю, мне даже не интересно. Главное, что он себя выставил идиотом, ну не в первый раз. Но сейчас он себя выставил идиотом не перед какой-то другой страной, либо какой-то политической силой, что было бы, ну, знаете, бой на равных. А сейчас Алиев, имея многомиллиардные ресурсы, армию, самолеты, танки, просрал Лапшину. Ну, это просто позорище, позорище на его лысину. Я замечаю, что сейчас они пытаются своего народа всячески скрыть, что они просрали в суде. То есть их народ убежден, что они там победили, что они там чего-то добились, всем чего-то доказали. А суд показал, что они банальные барыги и бандиты. И я по этих статьям, потому что они пытаются скрыть факт моей победы в суде, ну, внутри Азербайджана, как бы во всех мировых СМИ об этом давно написано, я понимаю, в какие больные точки азербайджанцев надо бить. То есть, чем больше они пытаются скрыть от своего народа, что они просрали в суде и выставили всю страну баранами, тем больше будем бить в эту точку, чтобы донести до их народа, что они все просрали. И не надо за Алиевым идти след вслед, потому что если идти за ним вслед вслед, попадешь туда, куда не очень хочется попасть. Попадешь. Помните, как в той поговорке? Ваше место возле... Пока, ребят, из Македонии. На самом деле, все это лично мне идет на пользу. То есть, чем больше они поддерживают мой имидж, тем для меня лучше, когда блогеры и журналисты. Как бы нет плохого пиара, есть просто пиар. Тем более, когда пиар неплохой, а, скажем так, нацелен на правое дело, которым я занимаюсь. То есть, это борьба с бандитским режимом Азербайджана, который совершает преступления не против там абстрактных армян, да, ну то есть я не армянин, но так он и против меня лично совершает преступления, поэтому с другими жертвами преступного режима у него банально по пути, да, то есть дело и в справедливости, но также и в том, что враг моего врага мой друг. И что я хотел сказать? Вот читать вот такие вот статьи, такие полные гонора, понтов, да мы там Лапшина, да, да. Причем в статье раз 15 упоминается, что кто такой Лапшин, знать не знаем, он нам не нужен, он там вообще идиот, он придурок, шизофреник. И при этом в основных своих СМИ, в главных СМИ, они постоянно про меня пишут и постоянно пишут, что я им не нужен. Так если не нужен, что вы про меня пишете-то? Да, логично. Тем более, просрав суд в Страсбурге, я напомню, что их признали виновными в покушении на убийство и пытки в отношении меня заставили платить компенсацию. Ну, к этому мы еще вернемся. И сейчас готовятся новые сразу два иска против Азербайджана. Один в Страсбурге на то, что они не могут утихомирить своих экстремистов, которые угрожают мне и моей семье убийством, изнасилованием, какими-то другими преступлениями. И второй иск будет персонально против семьи Алиевых. Он будет подан вообще даже не в Европе. Ну, сейчас эта тема разрабатывается. То есть они не в том положении, чтобы кидать понты. Они как раз в том положении, чтобы вообще подумать, как этот вопрос можно уладить. Потому что попытки меня убивать, они уже трижды пытались организовать нападение на меня, убийство. Они настолько безмозглые, что не понимают, что это никак не решит проблему. Все доверенности адвокатам уже выписаны.
То есть даже если я умру, да, но я надеюсь, что этого не случится, дело будет доведено до конца, а я для Азербайджана превращу, знаете, подобие списка Магнитского. То, что будет эту страну и режим преследовать еще долгие годы. То есть им лучше, на мой взгляд, просто найти какого-то крайнего, ответственного за нападение на меня, какого-то там наркомана, который сказать, вот он на Лапшина напал в тюрьму, его поймали, арестовали, наказали, все, справедливость. И так далее. Там. Ну, им это не приходит в голову. Они просто настолько безмозглые и гонорливые, что они доведут дело до полного абсурда. И это кончится тем, что ордера, выписанные по решениям, там, допустим, американского суда за границей, будут просто накладываться на какие-то офшорные счета, связанные с семьей Алиевы. То есть этим заниматься-то я не буду, я в этом нифига не понимаю. Но они дают возможность довести дело вот до этой ситуации. А все из-за чего? Из-за какого-то блогера. Ну, как говорится, мозгов нет, пиши калека. Не менее интересно наблюдать за трансформацией сознания азербайджанцев в отношении меня, то есть Лапшина, и всей истории со мной связаны. То есть если в начале азербайджанские пропагандисты, ну когда арестовали еще в 16 году в Беларуси, да, говорили, Лапшин, карабахский сепаратист, Лапшин, там работает спецслужба Армении. Ну и вся эта лабуда работала, и люди, поскольку в Азербайджане народ преимущественно такой малограмотный, такой не очень интеллектуальный, ну как бы на них это все работало, то есть никто не задался вопросом, а как вообще еврей из Израиля, который один раз в жизни в 11 году был в Карабахе, как он может быть ведущим карабахским сепаратистом, который по значимости превосходит, я не знаю, там, Горегина Нжде, Монта Мелконяна, Сержа Саркисяна. То есть забыли азербайджанцы обо всем, забыли про свой этот вымученный хаджалы, обо всем забыли. Их беспокоило, как Лапшин из Израиля сепаратист. То есть они всерьез, видимо, предполагали, что живущий в Израиле в Хайфе Лапшин отберет у них Карабах и отдаст армянам. Я не знаю, это как бы это было какое-то массовое помешательство, да? Ну, такое же, как религиозный фундаментализм. Есть такой, ну, просто забивание мозгов всяким дерьмом. То, чем алиевская банда вся это занимается, да? То есть залог их удержания власти – это держать свой народ в состоянии малограмотном, в состоянии таком, такого дебилизма, знаете, и пудрить им мозг всякой ерундой, чтобы продолжать воровать. Вот. А что теперь происходит? Прошли годы, и как бы азербайджанцы вдруг до них стало доходить. А кто такой вообще этот Лапшин? Нет, то есть они про меня слышали, но они вот сейчас задаются вопросом. Кто такой Лапшин, что мы 5 лет его без конца обсуждаем, про него пишем, мы с ним ходим по судам. А кто он такой? Что нам от него нужно и что Лапшину от нас нужно? Если он не армянин, судя по всему, к Карабаху никакого отношения не имеет. То есть нас держали то ли за дураков, то ли мы что-то сами не так поняли. То есть вроде как в тюрьме его хотели избить, задушить, а зачем? Зачем мы позоримся перед Израилем, перед Россией? Если мы его арестовали, если мы такие принципиальные, то почему не довести дело-то до конца? И, так сказать, если посадил, так уже посадил и бейся до конца против преследования со стороны мировых этих правозащитных организаций, против Израиля, Евросоюза, России. Если уж отпустил, так отпусти уже четко по закону. Зачем надо было сбивать количество человека? То есть азербайджанцы ко мне относиться лучше не стали. Но просто попытки во всех бедах Азербайджана обвинить еврея из Хайфы Лапшина, что он карабахский сепаратист, при том, что по большому счету я никакого отношения к Карабаху вообще не имею. И вопрос Карабаха должен решать армяне с азербайджанцами, но никак не евреи из Хайфы. То есть это стало до азербайджанского народа уже доходить. То есть вот эти попытки во всех бедах Азербайджана, во всех неприятностях обвинять какого-то там Лапшина, это уже перестало работать. И Алиевы уже просто бьются в агонии, они не знают, как этот вопрос с Лапшиным решить, и как это, из этой кучи дерьма, в которую сами себя затянули, как из этого выйти. И, соответственно, чем больше я маленькой такой безобидной иголочкой тыкаю в больные для Азербайджана темы, ну, какой-то пост в Фейсбуке, какой-то комментарий в интервью, тем больше я их провоцирую на то, чтобы они то, что я пишу, распространяли по своим закрытым группам, по своим сообществам, чтобы они обо мне говорили на кухне, чтобы они меня обсуждали в обществе. Потому что алиевы делают все, чтобы всю ситуацию со мной скрыть. Алиевы отчаянно скрывают то, что случилось в азербайджанской тюрьме, то, что меня избили, задушили, то, что был суд, то, что они суд проиграли, то, что они подсовывали фейковые письма, которые якобы писал с Алиеву с извинениями, они подделали письма за меня, потому что, видимо, планировали меня там угрозами заставить что-то писать, но, видимо, перетрудились и меня довели до реанимации. Да, так не за меня написали эти письма, Европейский суд признал, что это все фейк. И они очень не хотят, чтобы об этом узнал их народ. Потому что и так-то к Алиеву там доверия нет, все на страхе держится. Так еще и так жидко обделаться с Лапшиным. Поэтому пробиться в азербайджанские СМИ
представляется затруднительным, потому что все азербайджанские СМИ, они проалийские, они все проправительственные. А вот пробиться через социальные сети, когда они сами же начинают репостить мои статьи, то есть не сами же азербайджанцы, которые меня терпеть не могут, они сами же мне приносят пользу тем, что они меня комментируют, поднимают рейтинги статей, тем, что они дают репосты. И даже вот эти их боевые группы, так сказать, боевых диванных аскеров, типа «давайте на него писать жалобы в Facebook», так тысячи азербайджанцев же это читают. Ну окей, написали жалобы в Facebook. У меня там, не знаю, 5 аккаунтов в этом Фейсбуке. 2 забанили, 3 осталось. Еще 2 забанили, 1 остался. Этот забанили, у меня 2 предыдущих освободилось. Это не метод борьбы. Так вопросы в 21 веке не решаются. То есть им для того, чтобы полностью страну изолировать от внешнего мира, им надо заблокировать полностью интернет, как в Северной Корее. Ну, на это, я думаю, они не пойдут. А поэтому все, что я хочу до них донести, я доношу это до них их же собственными силами. То есть я их провоцирую на то, чтобы они мою позицию доносили до азербайджанского общества. Еще одна, кстати, смешная тема, я бы сказал, трагикомичная, связанная с Азербайджаном. У этих людей какая-то маниакальная страсть кому-то что-то доказывать и заставлять всех что-то у них признавать, извиняться, каяться. Вот они недавно заставили извиняться на камеру вот этого русского парнишку, как его зовут-то, ну, который видео Петра Лавыгина, вот этого вот блогера, он сказал там о проблемах Азербайджана, что там есть и проститутки, там есть и геи, и там, есть быдло определенное, невоспитанное и так далее. Так за это его азербайджанцы там угрожали, заставили его извиняться. А потом, спустя какое-то время, заставили его записать новое видео, в котором он говорил, что его на самом деле не заставляли извиняться, а просто старшие братья попросили. Ну, короче, это все понятно. На самом деле, любого из нас, если будут ему угрожать, там убить его, изнасиловать, а если тем более будут бить, то каждый из нас там скажет, в общем, все что угодно. Так они и мне постоянно пишут: мы его снова привезем в Азербайджан и снова заставим признавать Карабах азербайджанским. То есть они реально думают, что от того, что человек, которого они пытают, издеваются и угрожают, что-то им сказал, от этого что-то изменится. Я прямо сейчас, ребята, я перед вами извиняюсь, окей? Все, я перед вами извинился. Ну, это наперед, чтобы не заморачиваться. Ну, естественно, что как только я вырвусь из ваших рук, я вам надаю по пятой точке, по самое понемогу. И любой человек так, которого вы пытками, угрозами к чему-то принуждаете, что он после этого, что ли, будет на вашей стороне, или он как-то примет вашу точку зрения, абсолютно нет. Чтобы человек принял вашу точку зрения, надо уметь нормально, словами, по-человечески объяснить ему это. Потому что угрозы и пытки, ну что это за метод? Ну вот они так радостно во всех СМИ писали: Лапшин согласился признать Карабах. Да срало на ваше признание. Вот сейчас подойдете, пистолет в голове приставите, я скажу, что Ильхам Алиев, он выше Аллаха, да? Пистолет уберете, я скажу, что он там бандит и убийца. Я вообще не понимаю, зачем все это нужно. Это не метод решения вопроса в 21 веке.